И продолжу о происшествиях. Для себя или на продажу еще предстоит установить. Областной наркоконтроль провел успешную операцию в Ярославле. Полицейские задержали молодого мужчину. Он долго находился в оперативной разработке. Детали в областном ОМВД пока не раскрывают. Впереди следствие. Не исключено, что пойманный мужчина может вывести на серьезную схему поставки наркотиков в наш регион. Задержанный уже дает показания. В Дзержинском районе Ярославля сотрудниками управления наркоконтроля ОМВД задержан 32-летний мужчина, у которого изъят сверток с порошкообразным веществом. Сотрудниками экспертно-криминалистического центра ОМВД установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим героин, общей массой более 4 граммов. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Полицейские устанавливают иных лиц, причастных к совершению данного преступления.